Всем привет, дорогие друзья, с вами Кевин. Простите, что не снял видео вчера, были маленькие трудности. Вот сегодня постарался заснять видео. Все-таки надо что-нибудь делать, тем более. То, думаю, думал сегодня заснять. Вот как раз там недавно от меня Назар уехал. Как раз хотя говорил, что уехал еще в понедельник. А сегодня не помню, пятница ли. А, пятница сегодня. Уже пятница. Ну вот так вот. Если, кстати, я этот. Если я не буду снимать несколько дней видео, прошу прощения, поскольку я еще занимаюсь созданием игры. Не такой, а текстовой игры, обычной текстовой игры. То вроде на первый взгляд кажется это легче, чем создать игру, допустим, ну, Call of Duty, допустим, легче, чем Call of Duty создать или еще подобные игры. На самом деле не так-то и легко. Во-первых, инструменты в интернете найти это не так легко. Во-вторых же, как бы сказать, система там сложнее. Если ты можешь в обычных движках все, что надо тебе есть, то там нету. Там тебе надо все самому продумывать. Вот-вот. И я как раз вот думаю, что еще делать. Как бы сильных идей у меня нету. Ну, как сказать, так сказать, будем думать. И этот. Под видео я постараюсь кинуть ссылку на свой аккаунт, страницу ВК и также группу ВК. Пусть пополняется. Ну, так бы и сказать толком нечего. Я даже, если честно, не сильно-то и задумывался сегодня начать снимать. Ну, раз начал, то лучше заканчивать. Сегодня, кстати, видел видео Димы и Назара. Как они, кстати, этот... клеили листовки. Как бы это странно не звучало, но я тоже хотел бы на эту подработку вместе с ними. Во-первых, деньги хоть какие, ну, маленькие, все равно же. Там 200 гривен. Да, как говорил Дима, 200 гривен за 5 часов мало. И то. Но все равно. Если считать это личные мои деньги, то для начала неплохо. Это же не работа, это считается подработкой. То вот. Я, конечно, да, знаю, 5 часов впустую это типа тратить. Это чертовски трудно. Но все же. Ну, согласитесь, лучше заработать за 5 часов 200 гривен, чем тупо сидеть за компьютером или за телефоном, или даже каждый день чуть-чуть снимать видео, чем, ну, и сидеть дома просто. Я не знаю. Я, конечно, согласился бы точно на эту подработку. Тем более, поговорив с Назаром, я удостоверился, так сказать,
что на работу в моем, на эту подработку в моем возрасте сейчас как раз на можно пойти. Так что все еще нормально. Так, сейчас. Блин, вот не понимаю. И сейчас. Извиняйте за то, что молчу. Просто я сейчас, так сказать, в шоке, тихо. Вообще не понимаю, в чем фишка. 2 дня было этот второе видео было, получается, 300 с чем-то там просмотров. Захожу, просмотров уже 38. Лайки не изменились, комментарии тоже. Зато просмотров стало меньше почему-то. Я не знаю, что это за фигня. Надеюсь, к завтрашнему утру все изменится, все будет лучше. Потому что это какой-то бред. Как бы идей новых у меня нет, то я не знаю. Честно, даже вообще не знаю, что сказать. Честно, реально не знаю, что сказать. Так как-то странно получилось все это. Ну, короче, я не стану затягивать долго видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ссылка будет в описании. Все ссылки будут в описании. А я скажу вам па-па.